На жилом массиве и в обережной цели садят 100 деревьев берез. Сейчас я покажу, как это делают. Женек, ты золотой еще. Помнишь, бочка открытая, там бата, вот, прямо. Вы заливали, когда? Она кое шайтан убил. Ты не все туда лежит. Ты копай. Ты сказала мало. Вот ты сказала мало. Вот так вот вокруг. Я на видео после стоя купок. Ты выдергиваешь. Денег в любом случае вам нужно будет его. Кто я? Ну, его надо прикрепить. Идите три палки. Ну, видели как? И еще с провода. Садовник-то хреновый. Заменялось. Я еще до старта. Ну это на самом деле Я говорю, ну что это такое для... Ты что, 300 надо привезти? Сколько? Сюда можно дальше. Ты, Алёха написал, сыграй вам. Что, у нас же шпагат дома, наверное, подписано. Скажите, надо поливать? Да, ведра надо. А там же сегодня воду дают. Дают. Вода идет. Я видел. Идет сегодня. Ну а что, под два ведра? А вы все полили, да?
Вот так нельзя, вот так нельзя садить. И пропадет. Жорик, смотри на меня. У нас тут было три колышки. А его еще полить надо. Ну сейчас же. Нет, туда не надо. Вот видишь, здесь парни делают вот так. Видишь? А тебе надо чуть-чуть. А, не натягивай. Дай фото. Говори, дай фото. А я
Дедушка Вова завязывает дерево, а? Профессионал. И кто вас спрашивает, что вам надо там, да? Ну что, папа, он же сказал потом, что ты... Да за него. Лёха, лопату.
Дай, Джек,
Щоб ні к голому стволу, а к этой матері, щоб не царапати ствол. Не надо, головне, щоб там. Чого там у людей є? Ти сверху Дядя, что, красный глаз? Ну, а чего?
Я не курсую.
история. Кто же за вас там не дал? Ага. Не знал. Я его спрашиваю. Я так вот понял. Сейчас вы можете посмотреть все деревья сверху вниз, как они посажены. Это очень красиво, как посажены все березы. Тут теперь можно приятно провести время, пройти, прогуляться.
Всем приятного просмотра. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И не забывайте садить у себя деревья. А те деревья, которые уже посажены, ухаживать за ними и беречь, чтобы их никто не поломал и ничего с ними не случилось.